Стрельбу в учебном заведении Благовещенска устроил 19-летний студент Амурского строительного колледжа. По приезду полиции молодой человек открыл стрельбу и по правоохранителям. Те открыли ответный огонь. Позже злоумышленника заблокировали в одной из аудиторий, где он застрелился. Как стало известно, еще один человек погиб, ранены трое молодых людей, один из них в тяжелом состоянии. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. В МВД сообщают, что причиной происшествия мог стать конфликт между сверстниками.